От цветов, рассады до продуктов питания. На ярмарке местных производителей можно найти все, что душе угодно. А чтобы не ошибиться с выбором, некоторые продукты можно даже попробовать. Скажу сразу, с таким ассортиментом определиться сразу будет, ой, как сложно. Ой, там булочки, пойду булки пробовать. Полезные, вкусные и ароматные. Товары так и манят к себе. Птица, рыба, овощи и фрукты, колбасные изделия, полуфабрикаты, яйца и сухофрукты. Все выращено и приготовлено с любовью и заботой. Как вам? Вкусно. А что больше понравилось? Я мясо люблю, поэтому мне, понятное дело, больше понравилось мясо. Да, вы возьмете? А почему нет? Фермер Николай Унковский свой товар рекламировать не стал. Ответил: меньше слов, больше пробуй. Вкусно, булки сами печете? Нет, это мы, наш сосед печет, Геннадий Иванович Шмырев. Мы в него набрали булок, а наша молочка. Ой. Вкусно? Вкусно! Это а йогурт, что за йогурт? Сейчас сделаем. Давайте йогурт. Йогурта такого не найдете нигде. Уверены? Конечно. Ну я попробую. Это натуральный органический продукт. Если понравится, даже возьму. Наши коровки едят 5 сортов одного сена. Вкусно, придется взять. Пообещала же. На ярмарке собрались фермеры Шебекинского района. И каждый представлял свой товар по-своему. Жарил, парил, варил, разливал по чашкам. Белгородцы шли на аромат. Сладкий, вкусный, светлый. Расскажите, какой у вас мед вообще представляется? Какой предлагаем? Какой мед? Да весь у нас весь вкусный. У нас плохого не было. Назови меда. Меда разные. Есть и липовые, есть и разнотравие, есть и гречиха, и гречка с разнотравием. Донник. Донниковый. Меда есть разные, все хорошие. Такие товарные ряды с домашними продуктами актуальны в городе как никогда. Вкусные, а главное, качественные продукты по приятным ценам. Ярмарку посетил и мэр Белгорода Юрий Голдун. Домики будем делать красивыми, подключимся как-то на такую постоянную схему к инженерной инфраструктуре, туалеты мобильные поставим, которые включены в систему. Ярмарки нужны, может, подберем места, то есть это не одна, их 3 должно быть в городе как минимум. Особое настроение создавали творческие коллективы Шебекинского района, а для самых маленьких работали аниматоры. Здравствуй, воскресенье! Здравствуй, светлый день! Элла Машир, Александр Подубный, Белгород Медиа.